25-летняя Анастасия Костенко ждет второго ребенка от 32-летнего Дмитрия Тарасова. Супруга футболиста собрала друзей на вечеринке перед родами. Брюнетка устроила бэйби-шауэ, вечеринку перед родами, в финале которого и рассекретила пол малыша. Супруги с друзьями и родными собрались в одном из ресторанов. Спортсмен лопнул большой воздушный шар, внутри которого оказались розовые конфетти. У пары родится вторая дочь. Анастасия показала, как на это известие отреагировал ее супруг. Сначала Дмитрий был явно удивлен, а потом его лицо выразило нескрываемую радость. Сама будущая мама надела эффектное белоснежное платье со смелым декольте, расшитым сияющими деталями. «Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый раньше тесто определил беременности, что будет еще одна малышка. Говорит, так же все начиналось, когда я еще даже не знала, что в положении. Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость», — призналась Анастасия в Инстаграм. Недавно беременная Анастасия Костенко снялась со своей мамой. Брюнетка сломала руку по собственной неосторожности. Ее попыталась утешить годовалая дочь Милана.